На национальном телевидении и национальном радио Чувашии стартует социальный проект «Один день с профессионалом». При поддержке Министерства образования и экономического развития республики, администрации столицы, организаторы проекта, Республиканский общественный совет помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и молодежное добровольческое объединение Чуваши помогут ребятам определиться с будущей профессией. Кем хотят стать школьники, ответ на этот вопрос дал первый этап проекта – республиканский конкурс творческих сочинений среди воспитанников домов-интернатов Чувашии. Популярными профессиями оказались машинист электропоезда, инженер, врач-ветеринар, резчик по дереву, ну и многие другие. Победители получат возможность провести один день со специалистом в той профессии, которую они выбрали. Ребята смогут понять, как и что работает на практике. Все это будет показано в нашем эфире. Сейчас вот, ну, молодежь не интересуется своим будущим и не планирует свою рабочую карьеру. И вот в связи с этим был такой мозговой штурм проведен, и вышла идея по организации именно вот такого проекта, как «Один день с профессионалом». Почему мы решили провести этот конкурс среди детей из неблагополучных семей и детей, которые находятся в интернатных учреждениях? Вот у них мало наставников, которые могли бы наставить их, ну, нету наследственности, как вот в семьях, да, отец был водителем, сын тоже хочет быть водителем, там мать была бухгалтером, дочь тоже по ее стопам идти. А здесь у них нет ориентира, не на кого ориентироваться, вот общественный совет как бы и предлагает этот проект, чтобы поддержать детей, планировать свою будущую карьеру. Мы хотим показать детям через общение с профессионалами своей профессии, со специалистами своей профессии, что они должны знать и уметь по той профессии, которой они как бы желают стать быть в будущем.